Всем привет! Давайте вместе приготовим крошку на кефире. Для этого отварим картофель, также отварим яйца куриные, возьмем редиску и мелко ее нарежем. Мелко нарежем свежие огурцы. Огурцы добавим к редиске. Возьмем колбасу, нарежем мелко небольшими кубиками. Отправим колбасу к редиске и к огурцам. Добавим в окрошку вареное яйцо, возьмем вареный картофель, нарежем небольшие кубики, добавим вареный картофель в нашу окрошку. Все перемешаем. Возьмем зелень, как можно меньше его нарежем. Все перемешаем. Возьмем пучок зеленого свежего лука, также как можно меньше его нарезать. Добавим зеленый лук в окрошку. Опять все перемешаем. Добавим 1 литр кефира. Добавим 2,5 литра воды. Добавим 1 стопку 9% уксуса. Наша окрошка готова. В тарелке мы ее посолим. Также можно добавить горчицу. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем до новых встреч!